Друзья, всем привет! С радостью сообщаем, что к нам пришли новые обновленные вызовные панели от Navicam, и которые совместили в себе наконец-таки два устройства. Давайте посмотрим. Это панельки серии Fantasy и двух исполнений. Первый вариант. Это вызовная панель HD. Она также может работать с обычными аналоговыми домофонами. Что сюда добавили? Сюда добавили контроллер и сюда добавили считыватель. То есть теперь нам не нужно ставить отдельно вызовную панель за, скажем так, 32 тысячи тенге, отдельно ставить за 12600 вот такой вот контроллер со считывателем. В итоге выглядело все это дело у нас вот примерно вот так. Причем 12 и 32 выходило в общей стоимости 45 тысяч тенге. Так вот, вот эта вызовная панель вместе, все в одном, стоит точно так же 45 тысяч тенге. У нее очень широкий угол, 127 градусов. Считыватель здесь идет, получается, Mi Fire. Подсветка до 3 метров. И, скажем, можно теперь использовать вот такое решение все в одном. Также есть более, скажем так, старшая модель, если это у нас MRHD. Она есть белого и черного цветов. То есть версия MRK. Она уже получается у нас чуть подороже. Примерно по... Сейчас я вам точно скажу. Примерно около 55 тысяч тенге. Что сюда добавляется? Также есть двух цветов, белое и черное. У нас здесь сенсорный кодонаборник. В итоге мы получаем вызовную панель, считыватель, контроллер, еще и кодонаборник. Поэтому вот такая вот штука теперь доступна у нас. Они до нас приехали. Количество пока что ограничено. Если требуется какое-то большое количество, звоните, пишите. И можно будет соединить на все вот такие домофоны. Привет! Хорошего дня!